Китайская компания BYD расширяет свою линейку электромобилей. К дебюту готовится бюджетный кроссовер Yuan Up. Позиционируемый как компактный и недорогой автомобиль, он будет ориентирован на массовый рынок, что отражает стремление бренда сделать экологически безопасный транспорт доступным для широкой аудитории. Электромобиль BYD Yuan Up – бюджетный кроссовер B-класса. Модель предложат в версиях мощностью до 177 сил и с запасом хода до 400 км. Ожидается, что его стартовая цена составит всего 100 тысяч юаней или 14 тысяч долларов. Внешний вид BYD Yuan Up оформлен в обновленном дизайне Dragon Face. Он отличается так называемой парящей крышей, притопленными дверными ручками, прочные бамперы, тонкие светодиодные фары и задние фонари в современном стиле на всю ширину автомобиля. Пластиковый обвес по кругу, включая колесные арки, покупателям предложат на выбор 16 или 17-дюймовые колеса. Интерьер новинки выполнен в знакомом нам семейном стиле BYD. Общий дизайн прост, но не теряет ощущения технологии. Двухцветное сочетание выглядит очень стильно, а подбор материалов и качество изготовления находятся на высоком уровне среди моделей одного класса, как заявляют представители компании. Внутри кроссовер имеет руль, приплюснутый снизу с четырьмя спицами и фирменным логотипом. За рулем расположена 8,8-дюймовая виртуальная приборная панель. Более того, Yuan Up также имеет проекционный дисплей, который помимо обычной скорости автомобиля может также отображать функции помощи при вождении. Центральный экран кроссовера может поворачиваться в портретно-альбомном режиме. Его размер составляет 12,8 дюймов, встроенная собственная система D-Link 4 от BYD. Сиденья Yuan Up обтянуты перфорированным кожзаменителем. Для водителя и переднего пассажира предусмотрена электрорегулировка сидений. В центральном туннеле нового кроссовера есть площадка для беспроводной зарядки, хрустальный селектор передач и пара подстаканников. На центральном туннеле также имеется набор физических кнопок для часто используемых функций. В то же время в автомобиле также предусмотрено место для хранения вещей, чтобы пассажиры могли разместить мобильные телефоны и другие личные вещи. Самый маленький кроссовер в семействе Yuan от BYD построен на архитектуре и Platform 3. В базовой версии новинку оснастят 95-сильным мотором. На ступень старше расположится вариант, оснащенный двигателем на 177 сил. В обоих случаях будет использоваться литий-железо, фосфатная батарея серии Blade, которая считается одним из самых тонких и инновационных аккумуляторных блоков в мире. Емкостью 32 или 45 кВт-часа, которая обеспечивает запас хода 300 или 400 км соответственно. Максимальная скорость нового кроссовера составит 160 км в час. BYD Yuan Up – полноценный пятиместный автомобиль, но при этом достаточно компактный. Размеры 4310 мм в длину, ширина 1830, высота 1675 и колесная база 2620 мм. Новинка будет отличаться небольшим весом. Младшая версия весит 1430 кг, а старше 1540 кг. Поскольку первая партия кроссоверов Yuan Up поступила к китайским дилерам, BYD готова начать предпродажную подготовку этой модели. В марте 2024 года новый кросс поступит в продажу. Там мы и узнаем больше о характеристиках модели. В Китае стартовая цена составит по оценке местных СМИ 100 тысяч юаней или 14 тысяч долларов, после чего электрокроссовер появится на других рынках. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.